Спортсменки, комсомолки и просто красавицы. Все девушки как на подбор. Стройные, харизматичные и всесторонне развитые. Конкурс давно вышел за рамки красоты. Жюри оценивает не просто природные данные, а целый образ, в том числе интеллектуальные и творческие способности, увлечения. Опытные модели говорят, что сегодня безупречным внешним видом уже никого не удивишь. Поэтому приходится делать упор на внутреннее развитие. Учиться, читать книги, получать образование – это самое главное, потому что красота, она все-таки временна. Вот, а без красоты сейчас нет моделей. Важно быть чем-то наполненной изнутри, чем-то интересоваться, чтобы была цель в глазах, чтобы горели глаза и, конечно же, любить свое дело. Вот интересно вот посмотреть. Мне кажется, вот все девочки очень красивые, очень общительные. Это даже в какой-то мере очень интересно попытать себя в чем-то новом. Конкурс состоит из четырех этапов – визитная карточка, дефиле в купальниках, показ вечернего платья и повседневного наряда. В составе жюри известные фотографы и представители модельных агентств. Первое – показать, что в нашем городе очень много красивых людей, очень много красивых девушек. Показать, что в нашем городе такие мероприятия имеют место быть, потому что это важно. Это классное событие городского уровня, на которое люди приходят красивые, которые болеют за своих детей, за своих родных девочек, да, просто приходят посмотреть. Этот конкурс однозначно может стать ступенькой для модели, потому что у нас представители разных модельных агентств в зале, и, возможно, даже сегодняшний конкурс закончится несколькими контрактами для девочек. Выбрать из лучших, самых лучших оказалось непросто, но члены конкурсной комиссии сделали свой выбор. Звание второй вице-мисс досталось Ольге Косолаповой. Вице-мисс признана Яна Гаева. Главный же титул «Мисс Анапа 2018» завоевала Надежда Янко. Именно она представит Анапу на конкурсе «Мисс Россия 2019». Никита Бойко, Ксения Сипкова, Михаил Григорьев, Анапа регион.